Итак, теперь нам надо пораскинуть мозгами и глазами, чтобы понять, как попасть внутрь. И вот, смотрите, отличный вариант появился. Можно украсть ключик. Вы видели, какая рожа была у этого толстяка Святоши? Ага, посинел как баклажан. Я думал, он лопнет от злости. Этого убьем. Отлично. Такс, давайте найдем способ теперь подняться наверх. Вот отличный, мне кажется, вариант. Все, мы наверху. Уф. Честно говоря, напрягся, думал, что это враг. Получи. У нас доп. Задания появились. Убийство из укрытий. Два убийства надо совершить, и не должен сработать сигнальный колокол. Так, цель. Цель вон она где. Что получится его убить? Или как? Нет, почему-то не могу. Почему-то не могу захватить цель. Ладно, сейчас мы с вами что-нибудь придумаем. Давайте снова на эту веревку. На этот канат. Здесь, конечно, поаккуратней надо. Да будет крепнуть во славу Господа вера твоя. О, да. Ну что, подождать осталось, когда он вернется, или будет здесь мимо проходить. Мы его сюда затащим. Давай, давай, давай. Сюда. Отлично. Что ж, один готов. Но здесь будет то же самое. То есть, снова ждем его. Подойдет, и мы воспользуемся моментом. Класс. Шоколадку даже урвал с него. У сладкоежки. Да-да, ты лучше не делай мне никаких замечаний. Пойдем дальше. Так, вот здесь, похоже, удобная позиция будет. Что сотворил небо и землю. И подойду я к жертвеннику Божию, к
Богу радости. Теперь поближе рассмотрим. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Но пока многовато охранников там. Ты отринул меня, для чего я седуя, хожу от оскорблений. Поэтому врага. Лучше подождать пошли какого-то твой, другого, более подходящего момента. Просто сидим, наблюдаем. Обители твои, помощь наша в имени Господа, что сотворил небо и землю. И подойду я к жертвеннику Божию, Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу. Ой, как замечательно, он идет сюда. Так, я готов атаковать. Вот там, смотрите, правда, еще один стоит охранник. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Для чего ты отбил меня? Для чего я сердце? Стой тут. Никого не пускай. Север, месье Латуш, я пришел к королю нищих. За мной. Грызутся крысы. Вот глупец. Придушить бы его. Ну, зачем меня было тревожить? Я был у дочери на... Что с вами? Слишком много шампанского? Север, уходи! Все, покинуть область. А, подождите. Самое главное, обыскать же надо. А вдруг что-то интересное? Только лекарства. Ладно, наверх. И я тут вспомнил, что нам еще, оказывается, надо открыть. Так, это свой? Ну, не свой, но он нас трогать не будет. В любом случае. А вспомнил, что нужно... забраться на самый верх этого собора. Чтобы синхронизироваться. Потихонечку. Получайте. А, вот, в эту сторону тоже лестница наверх ведет. Вот и ключики пригодились. А вот этот кричал, что... ключи украли. Помните? Перед началом задания. Я тебе еще дверь открыл. Так что можешь отсюда уходить. Так, а нам нужно наверх, наоборот. И я уверен, что прямо оттуда, сверху, мы с вами сможем совершить прыжок веры. Ну давай. Да, сейчас доберемся с вами до этой точки обзора. Вон она. На другой башне. Вот мы уже здесь. И, кстати, тут тоже, что ли, дверь была? Да. Но ключом ее открыть не удалось бы. Ну что ж.
вниз. Все, как раз почти вышел из этой зоны. Все, покинул область. Отлично. Награды получаем с вами. И все доп-задания снова выполнены. Продолжаем. Абстерго вас ищет. Они близко. Вот черт. Откроешь серверный мост? Могла бы и не спрашивать. Еще пару секунд. Посвященный, мы откроем серверный мост. Бегом к порталу, пока тебя не засекли. Есть, пошли. Видишь теперь? Их не пропустишь. Переход с сервера на сервер Хеликс даст тебе еще несколько часов. Если нет, у нас проблема. Ну, не у нас. Проблемы будут только у посвященного. Декан, ну не надо. Что это еще за портал такой? Отлично, давай. И прыжок. Сигнал стабилен, супер. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает Абстерго, но ты можешь наткнуться на неполный или битый код. Может, поэтому люди здесь не совсем материальны. Как здесь? Вроде Париж, конец 19 века. Романтично. Но в другой раз. Сейчас тебе нужно побыстрее найти портал. Сквозного прохода не видно. Поищи путь под землей. Праздничный Париж. Так, под землей. Вот метро. Я нашла проход через станцию метро. Черт, сектор нестабилен. Добрались до входа, а теперь до выхода надо. Интересно. Пожалуй, сюда. Отлично. Да понял я, что здесь что-то подобное может произойти, когда рельсы увидел. Так, вот здесь снова карабкаться. Ну, ничего страшного. Арно делает это очень профессионально. А, ну это, знаете, своего рода небольшая тренировка. Упс. Так, что здесь делает это метро, мне интересно узнать. Давай же побыстрее. Фух, успел. Живой. Так, мне кажется, выбрались. Вот это. И выход нашел. Круто. Воронка энергии нестабильна. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Я понял намек. Нам надо просто поторапливаться.
Давай же! Эти обломки мне еще здоровье так конкретно сбивают. Может быть, уворачиваться надо? Ладно, использую снадобье. Полезли. Придется лезть на статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в Штаты. Так, не сюда, вот сюда. Это было задание «Серверный мост». Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященные застревают в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу.